Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Фигурка. Меня зовут Костя Лесик. Я нахожусь в городе Санкт-Петербург, как многие из вас уже могли догадаться, по архитектуре, по этим прекрасным улицам, по погоде, в конце концов, уж пасмурно, как всегда, только что дождик прошел. Я приехал на контрольный прокат, как вы догадались, в Санкт-Петербурге открывается у нас сезон. Но хочу вам сказать, что наш спорт — это не только фигурное катание, но и многие разные другие направления. И я бы сегодня хотел начать свой влог не с фигурного катания, а с прыжков на батуте, потому что недавно была Олимпиада в Париже, я ездил, болел за наших спортсменов, их всего было 15 человек, но тем не менее все они, несмотря на все сложности, смогли добраться до олимпийской столицы, выступить, и одной из ребят была Анжела Блатцева, девушка в прыжках на батуте, она была одним из фаворитов соревнований, к сожалению, немножко не получилось, 5-е место на Олимпиаде. Ну, все равно очень высоко, но, конечно же, самой Анжеле это не понравилось. Но, тем не менее, мы узнали о прыжках на батуте, мы узнали, что есть такой классный спорт. И так уж совпало, что, во-первых, Анжела фанатка фигурного катания, во-вторых, она тренируется в Санкт-Петербурге. И у меня есть просто отличная возможность приехать на тренировку, пообщаться с Анжелой, с ее тренером, спросить в том числе о фигурном катании и вот так вот начать влог. Живот закрывай. Останься только ногами, только, да, вот здесь. Вот вторые кресты ты сделал, а первый кресты туда. А что это за штука? Да? Да. Время и перемещение по сетке засекать. Сколько у нас? 10 элементов. Да. От начала первого и до конца десятого. На батутах есть платформа, которая это все делает. Эти кругленькие. У вас, я смотрю, прям повторы здесь, они прям автоматом включаются или как? Нет, ну вот мы каждый день приходим, запускаем систему и вот можем отматывать вперед-назад ставить. Сейчас она досмотрит. Да. И там еще, вот, допустим, мы можем назад отмотать, там остановить какой-нибудь медленный элемент, посмотреть. Ну что ж, друзья, у нас невероятный эксклюзив — интервью с Анжелой Блатцевой, российской участницей Олимпиады, призеркой, победительницей международных соревнований по прыжкам на батуте. Я, конечно, сейчас смотрел вообще в шоке, как ты это делаешь все. Вот, максимум, что я могу, это когда на какую-нибудь турбазу приезжаешь, там такой батут, и ты пытаешься сальто сделать и на спину падаешь. И, кстати, знаешь эти батуты, которые на... Получается нам на них что-то делать? Ну, просто простые сальто, полвинта, там, два назад могу. А было такое, что ты приехал, не знаю, на какую-нибудь турбазу, ну, какое-то такое мероприятие, где вот батут просто обычный есть, и начала прыгать, и все такие, вау. Нет, я так приезжала, меня звали на промо «Синей птицы» в 20... втором, по-моему, году или в том году, я уже сейчас не помню. Uh-huh. И там мне сначала привезли вот такой вот маленький черный батут, такие, ну ты же на нем сможешь что-то сделать, я так стою, думаю. Вот такой прям? Он вот действительно, он получается от пола вот так, и он вот такой вот. И я так смотрю, говорю, могу просто на нем попрыгать. И они начали срочно искать какой-то батут побольше, по итогу привезли, вот я там сальто полунта попрыгала им просто, они такие, вау. Расскажи, пожалуйста, сколько часов ты проводишь в этом прекрасном месте? Утром в среднем часа два получается, у нас и вечером 3-3.5. Ну, то есть вот сейчас у тебя, по идее, обед начинается, что ты делаешь? Уезжаю домой, отдыхаю. Понятно. Ну, прости, что я немножко тебе немножко помешал твоему отдыху. А как у тебя, получается, остальное свободное время проходит? Чем занимаешься? Его не так много. По врачам хожу, все равно восстановление какое-то, там в бассейн, на йогу, когда как. Анжел, ну скажи, пожалуйста, сейчас вообще почувствовал какую-то медийность, популярность после того, как вернулась из Парижа? Я никогда не могу назвать себя медийным лицом, я не знаю, не получается. Почему не получается? Я не люблю это слово. Я обычный спортсмен. Какое любишь слово? Нет, я просто спортсмен. Ага. Я выступаю для себя, для своего города, для своей страны. Угу. А там уже все остальное. Но, тем не менее, у тебя сейчас интервью, как вообще? Ну, все равно приятно, потому что мы начинаем популяризировать наш вид спорта. Из-за этого все равно хоть какие-то плюсы.
Угу. Но интервью пока не любишь давать. Мне тяжело, я в принципе. Я всегда говорила, что я не очень. Да нет, ты очень, на самом деле, ты очень классно говоришь. Вот, мне нравится с тобой общаться. Вот, ты улыбчивая. Спасибо. Да. И я знаю, что ты еще, ну как знаю, видела эфир, ездила на Матч ТВ к Дмитрию Губерниеву. Расскажи, как это было? Было ли волнительно? Мне Елене Николаевне на одной из тренировки сказали, что вот приглашают, можешь съездить, попробуешь. Я говорю, туда бы я хотела. Ну, потому что все равно как, никак интересно с самим Дмитрием Губерниевым познакомиться. Mm-hmm. Плюс все равно это Матч ТВ. Mm-hmm. Хотелось попасть. Какое на тебе впечатление Дмитрий произвел? На меня положительное очень. Очень непривычно, что такое он очень громко разговаривает. Ну, у него такой именно тембр речи, он очень громкий. Ты здесь с самого детства? Да. Много поменялось, получается, с какого года ты тренируешься? С 10-го. Много с 10-го года поменялось? Цвет стен только. Ничего себе. Это единственное, что поменялось. Тут у нас получается тренерская наша. А твои кубки есть здесь? А у нас тут общие, тут в основном кубки с командных вот как раз-таки стартов. То есть тоже есть, которые мы завоевывали. Выход из зала наш. Весы прямо на входе вас часто проверяют вообще? Достаточно. Я понял. Это не любимый вес. Это у нас получается детская раздевалка мальчиков, детская раздевалка девочек. Тут уже взрослая и взрослая раздевалка мальчиков, и наша находится самая дальняя. Туалет. Для самых звездных спортсменов. Получается. Нет. Ну вот блины для штанги у нас. Штанга. Угу. Гири. Гантели. Да, вот мы как раз могли видеть, сейчас уже выключили. Получается, что камера где-то стоит. Да, у нас вот получается камера. Одна, там две, а там убрали. Вон там две камеры, и с торца вот одна камера. Ага, клево. Вот. И оно все автоматом фиксируется, и на этом экране можно... Да, можно отматывать вперед, назад, в замедленном видео смотреть, чтобы там более ошибки свои точно находить. У нас платформа для измерения времени нашего и перемещения по сетке, чтобы мы прыгали больше в центре, вот в крестике, и достаточно выше. Я читал интервью, что ты в детстве любила на кровати прыгать, да? Да. Так похоже вообще? Да. Плотно. А ты бы на кровати, вот на пружинной, смогла бы сделать что-нибудь, какой-нибудь элемент? Ну, сальто, думаю, да. Челлендж, только надо безопасно все сделать. Вообще, кстати, я когда смотрю, вот когда вы прыгаете и вас страхуют с матами, так страшно, честно говоря. Ну, потому что тоже относительно надежды на страховщиков, если мало ли что пойдет не так, что все равно страховщик тоже несет определенную ответственность. Угу. Ну, но ты уже как бы умеешь абстрагироваться, что там? Ну, уже привыкли. Это сейчас у нас еще достаточно тихо, потому что утренняя тренировка, там все в школах, и у нас только вот те, кто там на домашнем обучении, либо в университете, там я, Максим, вот. А вечером достаточно шумно. А у тебя были какие-то, извини, пожалуйста, я, может быть, просто, ну, не знаю, а у тебя были какие-то травмы, что-то? Да, была операция на правое плечо в 22-м году. Угу. Как раз из-за того, что ты улетела? Я неудачно упала и потом по своей вине долго прыгала с травмой, потому что не хотела ложиться. То есть сразу не почувствовала, да, что что-то себе... Плечо не болело, и спустя вот 2 недели оно начало вылетать просто. Ну, главное, что все хорошо. Да. Побывала на Олимпиаде. Так, ну, мне еще вот это вот приспособление очень интересно, потому что я знаю, что у фигуристов есть лонжа. Да, вот. Но у них чуть другая. Да. Их там держат. У нас тоже можно держать, но вот потом, не так давно, года, наверное, 4. Даже, может, побольше, получено лет 5 назад, изобрели вот резину, чтобы мы могли подвязывать, и ребенку более удобно было самому учить элемент. И тренеру легче. Потому что там, допустим, маленьких спортсменов тренер еще может держать, а больших уже тяжеловато. А смысл можешь рассказать, в чем? Что... Ну, допустим, вот у нас же тоже дети там сначала учат сальто, потом двойные, тройные. И все равно тренеру иногда тяжело ребенка держать. А на лонже и ребенку спокойнее, и тренеру легче, что он держит. Ребенок понимает, что более безопасно, потому что тренер его в всяком случае удержит, что на голову он не придет. Из-за этого вот подвешивают ребенка, качают, тренер держит, и он оп, переворачивается. Так вперед, назад, и есть винтовая лонжа, чтобы винты всякие учить. А ты уже... так сказать, в роли тренера выступаешь, советуешь молодым ребятам что-нибудь? Ну, просто если что-то спросят там, либо если вот оп попросят, вот у нас любит девочка. Что любит? Почувствовать, получается, мы когда учим новые элементы, мы просим говорить оп, чтобы почувствовать, где открывать элемент, поворачиваться. Вот, и когда обучают новым элементам, просят там говорить. Ну да, я, кстати, обратил внимание, пока смотрел тренировку, во-первых, много ребят страхуют друг друга, все ребята друг друга страхуют, и все ребята считают там элементы, чтобы все было четко.
Это клево. Я в фигурном катании такого не могу представить, чтобы одна фигуристка такая смотрит за другой, так, сколько ты сделала четверных, в этом другая смотрит. Это необычно. Когда ты узнала, что все-таки получится поехать в Париж, какие эмоции испытывала? Сильно ли переживала перед поездкой? Я не переживала вообще, в принципе, очень редко, когда за какой-то старт волнуюсь. Не могу сказать, что я прям была вау-вау, там супер. Я просто такая, ну все, наконец-то едем. То есть достаточно спокойно отнеслась к этому. Просто там про себя порадовалась, думаю, ну все, значит, теперь просто спокойно готовимся. Вот ты приезжаешь, ты прилетаешь, там, с пересадкой, ты в Париже, ты видишь там волонтеров, что ты чувствуешь в этот момент, что-то необычное, может быть? Атмосфера очень понравилась, все там подходят друг к другу, знакомятся, там значками меняются, просто очень много народу ходит по самой Олимпийской деревне, то есть вот эта сама атмосфера, что все так, все спортсмены и все такие дружелюбные, прям очень порадовало. А ты не менялась с какими значками? Менялась, но нам, к сожалению, значки поздно привезли, потому что там какая-то проблема возникла. А значки какие? У нас получается как олимпийский флаг был, просто белый и с пятью кольцами, ну вот олимпийский, и черно-серый тоже, где маленькие олимпийские кольца. Ты когда отвыступала, понятно, там супер расстроенная была, я так переживал, честно. Ну, мы с моими коллегами на трибунах болели, кричали «Давай, Анжела», кстати, нам отправляла. Да. Это я видел, вот, я все помню. Многие журналисты впервые видели прыжки на батуте, как раз благодаря тебе. Вот. И мы видели, как ты расстроенно сидела, и, я так понимаю, нельзя было уходить из этой зоны. Да, я пыталась выйти, мне сказали «нельзя». А, ты пыталась убежать. Вот, получается, меня как, ну, вот после моего подхода сняли, я сразу взяла вещи, попыталась выйти, мне сказали, нет, сидим, ждем, пока весь поток закончится. И к тебе подходили иностранцы, что-то? Ну вот, получается, я видела только, что камера снимает, просто я там уже пыталась как-нибудь закрыться, и потом уже, когда вот девочка, которая у нас Брионни Пейдж выиграла с Великобритании, она подошла тоже, сказала, чтобы я не расстраивалась, что первая Олимпиада, я ее поздравила, и все. Клево. Ну да, как раз она в 33 года выиграла, да, я читала это такое. Ну у нее вот как раз-таки третья Олимпиада, третья медаль, у нее до этого, получается, первая было серебро, потом бронза, и вот это золото наконец. Сейчас, если у тебя пятая, можно, пять олимпиад нужно. Ну, чтобы четвертая, третья, вторая, первая. Нет, нет. Не надо так. Ладно, извини, это просто шутка, но на самом деле думал когда-нибудь, сколько может быть в спорте? Мне кажется, это все равно непредсказуемо, потому что спорт сам по себе вообще непредсказуемый. Ты можешь в один день выйти, на тебя кирпич упадет. Кто знает, что произойдет. Ну, надо, конечно, посмотреть потолки внимательно. Да нет, даже на улице. Все равно жизнь максимально непредсказуемая вещь. Можно сказать, что поездка в Париж, она стоила того? Конечно. Все равно это как никакой опыт. Значит, надо будет исправлять ошибки, смотреть, чтобы такого больше не вышло. На самом деле, у тебя очень крутой, красивый вид спорта, очень крутые результаты. Вообще, ты, ну и ты сейчас тоже становишься известной, вот, это клево. Хотя потому, что журналисты приезжают. Почему не ведешь соцсети? Не, это я не то, что наезжаю, но мне просто интересно. Потому что, ну, я в одну соцсеть зашел, закрыто. Спасибо, что добавила, слава богу. А в другую зашел, закрыто. Почему? В какой-то момент еще давно надоело. Я думала потом заново начать, но я не знаю как, и почему-то все равно желания прям активного нету. Слушай, я вот тебе советую, просто откройся. Не открываемся, потому что рекомендовано Международным комитетом, что лучше закрытым держать. А, да, серьезно? Да. То есть ты закрыла вот эту вот ту самую соцсеть, которая у нас... Запрещена в России. Запрещена в России, потому что рекомендовал МОК. Ну, у меня и ВК закрыт тоже. Ну, то есть в ближайшее время открывать не планируешь? Ну, пока хочу выступать, думаю, что нет. Нет, это можно открыть, но там просто как рекомендация сказали, что лучше пусть закрыто будет. Ну, а тебе самой бы хотелось вот просто делиться как-то, я не знаю, с миром? У меня бывают такие моменты, что просто хочется что-то выложить, но потом я сижу, думаю, нет. Я говорю, я не очень медийный человек, я не люблю вот прям вот это много всего внимания к себе. Но, тем не менее, тебя уже стали... Кстати, на улицах бывало такое, что узнавали? Один таксист так узнал. Таксист? Да. А ты ему говорил, что я там на батуте прыгаю? Как он тебя узнал? Как это было? Расскажи. Нет, он такой, я тебя где-то в телевизоре видел. Он такой, какой-то вид спорта еще необычный был. Я ему говорю, он такой, точно!
Понятно. Но, наверное, потому что ты все равно не так много по улицам ходишь, я так понимаю, в свободное время. Да. Анжела, ну, про фигурное катание расскажи. А, где бываешь, как смотришь, тоже как у тебя вот это вот увлечение? Смотрю трансляции всегда, поскольку Первый канал достаточно хорошие трансляции делает. Спасибо Первому каналу. Да. Ну и канал «Фигурка» тоже. Делаю достаточно хорошие трансляции. Через них смотрю. Вот была всего два раза. На финале Гран-при была, получается, в том году. В этом мне все уже. Финал Гран-при, это в Магнитогорске было? Тогда нет. В Москве было. В Москве на этапе, наверное, Гран-при. Наверное, на этапе тогда, да. Потом была на прыжковом чемпионате и была просто на шоу отдельно. А прыжковый чемпионат, который проходил в Москве? То есть ты приезжала... Мы на сборах были тогда. В Новогорске? Да, у нас потому что очень удачно иногда попадает, что мы там на сборах в Москве, мы можем приехать так с какого-то там отпроситься на вечер. А на шоу на чем было? На шоу было на Камиле Валиевой еще в 22-м году на Навка, когда устраивала. Ага, вот это сказка. В Сочи парке, да. А, ты в Сочи парке была? Да, там аленький цветочек. Да, аленький цветочек, да, прикольно. То есть ты во всех городах побывала. Ну вот где мы были. Да, и завтра получается, получается, Анжела-то у нас пойдет на фигурное катание. Вот, послезавтра. То есть мы снимаем в пятницу сейчас, и в воскресенье она увидит произвольные программы. Кто вот тебя, вот ты вот ходила, какие выступления поразили, удивили? Не знаю, я везде говорю, что мне... По характеру всегда больше Саша Трусова. Вот, просто симпатизирует, потому что у нее вот этот такой бойцовский характер, что она всегда будет там бороться до конца. Просто она очень нравится. Камила Валиева очень нравится, как у нее какие-то вот все сочетания есть, что она просто вот как будто идеальна. Даже учитывая того, что сейчас она в дисквалификации находится, она все равно там, ее стараются звать на шоу, то есть она сейчас участвует, чему я очень рада. Вот. А, наверное, у мужчин наверное, Владислав Джекиджи. Петербуржец тоже. Да. Блин, жалко, он не выступит. Евгений Семенко. Это тоже еще одна отдельная любовь. Потому что он тоже как-то... Ну, он все сочетает тоже в себе. И хорошие прыжки, и технику, и вот какие-то эмоции. Как. Так он еще и врач. Да, я знаю, что в медицинском у нас учится. Посмотри мой фильм, кстати, с ним. Мы были просто, да, у него и дома, и на вузе, где он учится. Да, Женя, респект, ты очень крутой, такой же крутой, как и Анжела. Так, слушай, ну, круто вообще ты разбираешься. Хотела бы кого-то из фигуристов научить прыгать на батуте, а сама кататься? Я пока не знаю, потому что, мне кажется, я еще все равно не прям чему-то могу научить. Почему? Не, ну, элементарно что-то понятно, что... А ты сама катаешься на коньках? Последний раз очень давно вставала, мне кажется, в году в 17-м. Как-то в каждую зиму хочу, но не получается. Ну, хотела бы, чтобы, не знаю, с фигуристом как-то на тренировочку. Ну, посмотреть на тренировку хотелось бы, потому да, что... Да, ты же была в Новогорске. В Новогорске тоже. Была, у меня есть фотографии, у меня есть вот с Камилой Валиевой. А ты можешь, Валиевой. Слушай, и ты их никуда не выкладывала? С Камилой Валиевой и Сашей Трусовой, то есть они есть Трусовой у тебя? С Трусовой есть, с Аленой Косторной есть тоже. А мы тоже у них тогда были какие-то... закрытые прокаты в 22-м году, получается, перед началом сезона мы в августе были. И вот, я там удачно успела, не успела только с Аней Щербаковой сфоткаться, потому что мы уезжали, она там как раз-таки только приехала. Я мы там понял. Часом разминулись. Там группа Тутберидзе, да, получается, да. была? А тренер, кстати, по фигурному катанию есть любимый? Не знаю, группа прям чат. Прям любимый нету. То есть у тебя все, ты по спортсменам будешь, да, если да. Ну, клево. Ну, эта история, да, ты как рассказывала, получается, ты смогла перебороть... себя, что ты обычно скромная. Ну, с ними, потому что я очень хотела. Ага. А было еще такое, что ты с кем-то очень хотела и подошла? Или только вот с фигуристкой? Ну, вот с фигуристами, потому что кого-то еще я прям не видела еще. Ага. Потому что мы тогда, вот говорю, мы очень удачно были на одной базе, в одном корпусе жили, то есть в одной столовой пытались. И мы как-то, мы только заехали, и мы видим, что они сидят. Мы сначала, они поверили девочками. А у тебя девочки тоже все Ну вот, в у нас команде. Там также Софа, вот ага. потом тоже там из других городов. Мы так пришли, такие, они. Причем мы сначала не их увидели, а мы Данила Глихенгауза увидели, тренера их, и мы сидим, он не он. Вот так открываем фотографию в телефоне, он не он. Потом поняли, что это он уже, и фигурист такой видели. Слушай, клевая история. А вы успели рассказать, что мы там на батуте прыгаем? Нет, мы просто подошли. Надо было позвать, приходить к нам на тренировку. Ну и уже у самих там очень плотный график. Да, да. Ну вот, Камилу Валиеву встречали каждый день на зарядке, она бегала по стадиону, получается. Там. Скажи, пожалуйста, ну вам удалось немножко пообщаться? Вообще никак они. Вот пообщаться, говорю, ну, вот, мы прям ну, не успели. Ну, тем не менее, все ну, привитливые, вот, да? Камила Валиева очень, я говорю. Ага. Мы ее застали, получается, вечером...
за прогулкой, получается, у нее собачка Сева, по-моему, если я не ошибаюсь, зовут. Лева. Лева. Я знаю всех собачек. Я постоянно путаю. Ничего, ничего. Вот, и мы попросили сфоткаться там, чтобы ее особо не отвлекать, быстренько подошли все. Ну, я думаю, что с тобой тоже скоро будет фоткаться молодой фигурист. Нет, у меня ее автограф есть, я довольна. Автограф тоже Камилы есть? Да, в паспорте лежит. В паспорте прям? С собой. А можешь потом показать? Автограф Камилы Валиевой в паспорте. В паспорте, ну, в смысле, под обложку. Да. Друзья, ну, это, считаю, вообще топ-контент. Я не могу, она мне очень нравится. Ага. Грустно было. Ты смотрела прямо в Пекине, как они выступали? Плакала? Ну, очень расстроена была, потому что, ну, все равно понятно, что ее психологически сдавили, что из-за этого не получилось показать также свой максимум, на который она могла отвыступать. Как вот Анина и Сашины прокаты тоже, наверное, ну, сильные. Ну, за Сашу очень тоже все равно расстроилась, хоть и Аня большая молодец, что она откатала идеально и первую, и у них и короткую программу, и произвольную программу, то есть она без единой помарки, что там, поэтому она тоже большая молодец, что у нее так вышло. Вот, за Сашу просто расстроилась, что она вот так же шла к своей цели, она была уверена, что если она покажет вот свои 5 четверных прыжков, что она станет первой, к сожалению, не получилось. Ты рассказывала свою историю, как вот ты расстроилась, сидела в зоне, где все выступают, хотела уйти. И вот у Саши Труса, у тебя не возникло этих флешбеков, что что-то похожее у вас случилось на Олимпиаде? Ну, мне кажется, ей все равно было чуть-чуть пообиднее, потому что у них спорт такой больше короткоиграющий. У них меньше достаточно спортсменов возрастных. Ну, то есть, условно говоря, если там все вот в порядке, если там нет травм, то ты, допустим, условно, могла бы до 33 лет, вот как олимпийская чемпионка. Да, думаю, что да. Ага. Но я вот именно, вот знаешь, вот мне вот именно эти ситуации прям похожие получились, что ты тоже расстроена была, и тебя они тоже не выпускали, вот как и Сашу. Ну, говорю, мне кажется, у нее все-таки более такой момент был. Кстати, Саша-то возвращается, как ты вообще к этой новости-то? Я рада, буду надеяться, что она покажет все равно свой сейчас максимум, потому что понятно, что она поменялась за 2 года, у нее изменились прыжки, она теперь тем более замужем. Ну да, теперь Игнатова. Да. Как тебе фотки со свадьбы? Вообще красиво, мне все понравилось. Слушай, да, да. Анжел, ну ты так хорошо в фигурном катании, блин, разбираешься. На самом деле, очень, очень приятно обсуждать. И двум болельщикам тоже очень понравится, как Анжела в фигурном катании разбирается. Прям профессионал. Успехов тебе и надеюсь, что чаще будешь теперь с фигуристами видеться. Друзья, только пришел на арену и сразу встретил болельщиков из Якутии. Целая команда приехала. А за кого будете из фигуристов переживать сегодня? За всех. Посмотрим. А самый любимый есть? Ну, Валиева. Но ее, к сожалению, нет. А в Якутии как фигурное катание вообще развито? Ну, развивается. У нас ледовый дворец, Аллей Батур есть. Два ледовых дворца. В Алдане есть ледовый дворец. В Мирном есть. Нерюнгри. Наши дети выступают. Дети. Да. Я был только в Нерюнгри, до Якутска хочу доехать. Вот, но... Приезжайте в Алдан. Скажите, пожалуйста, а вот если люди заберутся в Якутию, куда им нужно в первую очередь поехать? Самое красивое место. Ленские столбы. А в какое время? Летом. Зимой тоже красиво. Зимой тоже. Весной можно. Весной лучше. Самое лучшее. Зимой у нас лишь очень холодно. Минус 40. Минус 40. Друзья, записывайте, приезжайте в Якутск. Я вот хочу тоже летом, так что, может, вместе соберемся. Ну что, дорогие друзья, у нас стартовал второй день контрольных прокатов. Привет-привет. Вот, уже болельщики заполняют арену юбилейной. Первый день было много всего интересного, много классных выступлений. И, конечно же, мы общались с фигуристами. И все эти интервью можно посмотреть на канале «Фигурка». Загружали, общались с фигуристами. В общем, смотрите, наслаждайтесь, кайфуйте. А я буду рассказывать больше здесь об атмосфере и о том, как все устроено. Смотрите, много очень людей. Прям настоящий праздник спорта. В этом году прям большое количество разных активностей для фанатов. Это очень здорово. И автограф-сессии, и возможность нарисовать плакат, и возможность написать свою фамилию на футболке. В общем, движуха прям максимально крутая и полная. Кстати, посмотрите, как прекрасно выглядит Алексей Ягудин вот на этом плакате. Мне кажется, настоящий просто Кен. Но в целом и в жизни он также прекрасен, поэтому плакат в целом отражает реальность. Просто немножечко цвет волос будто посветлее стал. Есть еще одна очень прикольная активность на контрольных программах.
прокатах, это можно нарисовать плакат в поддержку своего фигуриста. Вчера я нарисовал плакат в поддержку Дани Самсонова, вы могли видеть мое творчество. И я написал в телеграм-канале, кого поддержать во время произвольных программ. И больше всего лайков было в комментарии, где выбирали Соню Акатьеву, нашу чемпионку России. Поэтому, друзья, прямо сейчас я вооружаюсь специальными мелками, да, правильно сказать, и буду рисовать плакат в честь Сони Акатьевой. Погнали! И, друзья, нарисовал я плакат, очередное художественное творчество. Вот так вот, супер Соник в честь Сони Акатьевой, чемпионки России. То, что она чемпионка России, я тоже отразил в своем произведении. Вот видна золотая медаль. Что ж, дорогие друзья, можно посмотреть вообще, за кого здесь рисуют? Давайте посмотрим. Вот, нарисовали дядю какого-то непонятного. Как вам кажется, кто это? Нет, мне не сказали, не уточнили. Ну, похож на Ягудина, мне кажется. А вообще, кого чаще всего рисуют? Расскажите. Вообще, на самом деле, людей не рисуют. Не рисуют? Нет, а плакаты в честь кого, пишут? В честь Александры, Гоши, Алены вроде бы. Вот в основном такие имена фигурируют. Понятно. Александра Трусова, Игнатова у нас остается фаворитом. Так, давайте еще посмотрим, кто у нас здесь есть. Конечек просто. Да, вот Александра, удачи. Влад, давай. Интересно про Дикиджи или про кого-то еще. Дикиджи сегодня, к сожалению, не выступает. Друзья, еще одна очень важная, крутая новость. Это то, что у нас сейчас влог буду снимать не только я, но и спортсмены. Я рад, что Соня Леонтьева, одна из моих любимых фигуристок, согласилась с нами посотрудничать и показать жизнь на контрольных прокатах со стороны фигуриста. Рассказала о подготовке, о том, как все выглядит изнутри. Вот, поэтому давайте сейчас, прежде чем перейдем к финальной части влога, посмотрим, как Соня с этим справилась. Я уже в предвкушении. Погнали! Влог Сони Леонтьевой внутри влога Кости Лесика. Всем канонам Smart Casual. Вот там вот снимают ребят. Милану с Димой. Вот там вот снимают Даню. Вот тут вот сидят визажисты. Потренировались, отсняли превью. Было все очень здорово организовано. И сейчас пришли в фермерский дворик. Это вообще любимейшее место, мне кажется, практически всех спортсменов, которые тренируются в Новогорске, потому что он находится буквально в 10 минутах от Новогорска, и здесь очень вкусно готовят, всегда очень классные салаты, свежие овощи, вот, вкусный кофе. Поэтому сейчас буду кушать и наслаждаться атмосферой. Доброе утро, у нас пятница, время 8 утра. Мы с Данькой пришли в зал, сейчас будем разминаться, потом пойдем на лед, хотим сегодня покатать ритмический танец. Далее нам нужно будет быстренько собрать чемоданы. И в 2 часа у нас вылет, наконец-таки, в Санкт-Петербург. Сейчас покажу, что из основного я беру с собой. Питер, практически все на букву К. Это косметика, колготки, костюмы, кофта, в которой мы обязаны выходить на лед. Коньки уже в чемодане, кроссовки тоже. Также беру с собой дополнительные вешалки, потому что их может в отеле оказаться недостаточно. Мягкую игрушку, с которой я сплю, и обычную одежду, домашнюю одежду, какую-то одежду уличную, сумочку маленькую, и, в общем-то, все. Ну, еще какие-то стайлинги для волос, они уже просто запакованы в чемодан. Мы собираемся и совсем скоро уже поедем в аэропорт. Смотрите на счастливого человека, который безумно рад снова быть в Питере. А просто я весь свечусь. Ребята, мы прилетели в Питер, и нас даже встретили организаторы. Мы были уверены, что нас никто не встретит, потому что мы прилетели с Даней только вдвоем. Большинство ребят летят сегодня в 5 вечера. Кто-то полетел сюда еще вчера, кто-то сегодня рано утром. И мы думали, что только из-за нас двоих.
не приедут организаторы. Но приехали. Да, но приехали. Очень приятно, мы очень рады этому. Сейчас сели вот выпить. Кофеечку. Ждем еще двух человек с понятия, кто это. Самим будет очень интересно. А я заказала себе капучино, как обычно. А, Даня... Айс-латте с вишневым сиропом. Ребята, кофе в Питере – это моя любовь. Сонька – огромная любительница у нас американо, чистого капучино, латте, вообще без сиропов, без сахара. Я огромный любитель. Вот мой вам совет. Бамбл на фреше из апельсинов. Берите, пожалуйста, без сиропа. Ребята, этот сироп портит все. А так, это прям вау. Кто не знает, что такое бамбл, это шот эспрессо и апельсиновый фреш. Вот. Да, и это очень вкусно. И еще я недавно попробовал очень одну экстравагантную вещь. Называется эспрессо-тоник. Ребята, я думал, это невкусно, но это настолько интересный напиток. Также без сиропов, просто эспрессо и тоник. И насколько прикольная кислотность идет от эспрессо и от тоника. И, короче, мой вам совет, обязательно попробуйте, кто любит что-то интересное. Или кто устал от капучино или латте. Но я вот от айс-латте никогда не устаю. Вот, куда бы я ни приехал, айс-латте это первое, что я беру. Хотели еще поделиться с вами такой эксклюзивной информацией. Пока сейчас скажем, но, возможно, вырежем. Нам стало известно, на какие этапы серии Гран-при мы едем. Очень многие писали, очень многие спрашивали, можем ли мы выбрать этап, куда мы едем. И вот я отвечаю, что нет, мы не можем на данном этапе выбрать те города, куда мы хотим поехать. И нам сообщили, что мы едем в Магнитогорск, это первый этап, и в Санкт-Петербург. Ура, Питер мы очень любим. А это заключительный этап. Еще сегодня из такой интересной информации. Сегодня пятница, 13-е. Да, время 4:09. 13 сентября, день рождения Егора Базина. Ура! Егор, happy birthday to you! С днем рождения, Егор! 29 лет, парни, исполняется. Я себя в 22 года не представлял, а люди до 29 живут. О, Рома Савосин приехал. Всем привет подписчикам канала Фигурки. Всех с началом сезона. Болейте за всех. Ура! Я уже заселилась в свой номер, разложила все свои вещи. А через часок, я думаю, где-то пойду ужинать, а потом уже буду отдыхать, восстанавливаться. В огромном предвкушении я нахожусь сейчас, перед завтрашним днем. Все-таки давно не выходили на такую большую арену, да, при публике. Очень многие болельщики пишут, поддерживают, идут встречи. И я... тоже очень жду встречи с ними на льду. Уже все сделано, все подготовлено. Мы хорошо поработали за межсезонье. И сейчас нужно просто немного выдохнуть, а завтра, наоборот, собраться и показать всю ту работу, которую мы проделали. Поэтому на сегодня с вами прощаюсь. Вот, увидимся уже завтра. Через час мы выезжаем на тренировку. И сейчас я пришла завтракать. У меня самый вкусный завтрак. Мы находимся с вами уже в юбилейном. У меня через 10 минут начинается разминка в зале. Мне нужно быстренько сделать прическу. Буквально 5 минут. Хочу сходить посмотреть арену. И пойду в зал. На короткий я решила делать косичку, хвост, а потом косичку. Вообще, я хотела вам немного рассказать про наши программы.
Если говорить о ритме танца, то мы взяли Элвиса Пресли. Данька на него прям очень похож. И если рассказать такую небольшую историю, то в самом начале он выступает на сцене, а, соответственно, я сижу в зрительном зале и на него смотрю. И я просто им безумно восхищена, влюблена в него. Вот. И он меня приглашает к себе. Вот. У нас проходит танец, как такая небольшая история. Вот. И в конце, когда я сажусь на колени и делаю вот это движение, он опять меня сначала садит в зрительный зал, а потом забирает с собой, вот, и мы остаемся вместе. А что говорить про произвольный танец? Произвольный танец у нас под фильм «50 оттенков серого». Мы придерживаемся истории, которая показана в этом фильме. Первая и третья часть у нас не из фильма, а вторая часть, конечно, это вот из фильма, самая популярная. Начало нашего произвольного танца помогает понять зрителю, что мы катаем именно 50 оттенков серого. То есть там есть слова, которые у нас Александр Васильевич вставил из фильма. Нам программа очень нравится. И не только нравится произвольная, а также очень нравится и короткая. Кажется, что эти программы помогут нам провести достойный сезон. Сейчас я буду пить кофе, болтать с девчонками. Потом вернусь в отель, лягу спать, отдохну, встану, схожу на обед, подправлю макияж, переделаю прическу, нанесу на Даню грим, и мы поедем в юбилейный. Будем кататься для вас. Дорогие друзья, контрольные прокаты подошли к своему завершению. Я счастлива, то, что у нас с Даней все задуманное получилось. Огромное спасибо Санкт-Петербург за такую невероятную поддержку, за то, что вы каждый раз нас с огромной теплотой встречаете. Кататься здесь для вас большое удовольствие. Хочется, наверное, рассказать немного про планы на сезон. Скорее всего, мы будем выступать на двух этапах Гран-при. Это Магнитогорск и Санкт-Петербург. По-моему, кстати, я это уже говорила где-то, но неважно. Судьи сказали про какие-то технические моменты, которые мы будем исправлять. Что-то, возможно, немного изменим. В большинстве своем это будет в ритмическом танце. Есть разные правила, там, допустим, в хореодорожке нельзя расцепляться больше одного раза, то есть нам нужно будет проследить за нашими перехватами. Вот. Ну и какие-то технические моменты. Также будем накатывать наши программы. Я считаю то, что контрольные прокаты прошли для нас успешно. Я очень рада была снимать этот небольшой влог для вас. Надеюсь на вашу поддержку, на ваши позитивные комментарии. Надеюсь, то, что вот насколько я смогла передать ту атмосферу, которая здесь царила, насколько могла, настолько передала. Я всех очень крепко обнимаю, целую и желаю всего самого наилучшего. Болейте за нас. С вами была Соня Леонтьева. Всем пока! Дорогие друзья, Анжела Блацова, участница Олимпиады, сегодня у нас оказалась на соревнованиях, на контрольных прокатах, посмотрела уже одиночниц, одиночников. Ну, Анжел, ну, рассказывай, кто тебе сегодня понравился, какие впечатления? У девушек, наверное, Аня. Да что у меня сегодня своя фамилия? Я не могу вообще. Мне вообще не идет. Мне 4 раза спрашивают, я никак не могу. У мужчин, наверное, вот Марк Кондратюк, Петр Гуменник, вообще что-то волшебное. И, наверное, Женя Семененко. Женя Семененко. Да. Ну, а вот как тебе показалось, кого громче всех сегодня встречали?
Наверное, Марко, потому что он все-таки сотворил что-то волшебное. Он сделал, получается, 5 четверных и 2-3 к съему. Слушай, ну Марко такая классная форма, такая классная фигура. Мне кажется, он в прыжках на батуте тоже мог бы что-то сотворить. Все возможно. Как тебе возвращение Саши Трусовой? Расскажи. Игнатовой уже, получается. Уже Игнатовой. Очень рада, что она наконец-то вернулась. Будем надеяться, что все-таки она будет участвовать потом в турнирах, в Гран-при. Будем на это очень ставить, поэтому ждем ее возвращения еще больше. Анжел, я еще хочу тебе сказать спасибо за то, что подарила мне эксклюзивные олимпийские значки. Вот. И надеюсь, что у тебя впереди будет еще не одна олимпиада. И будешь, да, классно выступать. Друзья, ну и приходите на прыжки на батуте, потому что это тоже крутой вид спорта. Тоже там прыгают, да. Тоже красиво прыгают. В Санкт-Петербурге ждем. У нас да, почему-то... 19 сентября. Ну что ж, дорогие друзья, сразу же экспресс-аналитика с коллегами. Сегодня у меня в гостях в пресс-центре арены «Юбилейный» Мара Кравченко, журналистка «Спортэкспресса», которая скоро подсидит Дмитрия Кузнецова, потому что ну, Дмитрий уже не от «Спортэкспресса» сюда приехал. Так что вот она, коллега и наследница Дмитрия Кузнецова. Мара, ну расскажи, как тебе контрольные прокаты, общее впечатление какое осталось? Ой, ну честно, я вообще в восторге. Мне очень понравились сегодня произволки у женщин. Mm-hmm. Были прям потрясающие постановки. Парни, ну, на фоне Марка, конечно, многие проигрывают. Даже вот мой любимый Женя Семененко сегодня как-то немножечко подкачал. Mm-hmm. Вот. В танцах здоровская очень программа, произвольная, была у пасечных Черезана, mm-hmm. Новой пары. Правда, удивили. И зал тоже зал поддержал, я сидела как раз на трибунах, и зал прям ревел. И программа еще мне понравилась у Мироны Ваустенко. Гамлет. Да, Гамлет. Я очень ждала ее, честно скажу. Я слежу за этой парой с прошлого сезона, когда они показывали форму воды. Ну, программа, правда, интересная. Есть интересные какие-то находки, интересные поддержки. Но видно, что ребята только набирают форму. Я очень надеюсь, что к середине сезона программа заиграет. Вот. По поводу лидеров, хедлайнеров Степанова Букина, могу сказать, что в прошлом году их произвольный танец мне нравился намного больше. Раньше я смотрела на них и просто не могла дышать. Сейчас как будто бы очень сильно слился с тем, что делают остальные пары. У нас в этом сезоне действительно огромная конкуренция в танце. И поэтому как бы, ну, молодое поколение наступает на пятки. Наступает на пятки. То есть ты веришь, что Сашу с Ваней можно обыграть на предстоящих стартах? Или все-таки это невозможно? Я думаю, что такое нельзя исключать. То есть процентов 70, что это возможно. Угу. Ну просто вот, например, когда были у нас ритм-танцы, Ваня с Сашей вышли, и Ваня сказал, что я хочу, чтобы нас уже допустили на Олимпиаду, и мы поехали. Но мы понимаем сейчас все, друзья, ну, что, скорее всего, если нас в каком-то формате допустят на Олимпиаду, это, скорее всего, будет одна квота, потому что квоты у нас добываются на предолимпийском чемпионате мира, а он уже вот в следующей весной, и то, что мы на следующий чемпионат мира поедем, ну, очень слабо верится мне, будем честны. Но, может быть, на какие-то предолимпийские турниры нас допустят, но там только одну квоту можно добыть. Вот, и Ваня ты говорил с уверенностью, что как будто бы эта квота точно достанется им. Посмотрим. Но кто может догнать Сашу с Ваней, вот прям близко к ним подберется? Я так понимаю, Хавродина Нарижный? Думаю, нет. Думаю, все-таки Кагановская и Некрасов заявят себе очень ярко в этом сезоне. Потому что, наблюдая за парой Василисы с Валерой в позапрошлом сезоне, я была уверена, что они будут лидерами сезона до их распада. Я была в этом, ну, 100% уверена. Вот. Думаю, что Кагановская и Некрасов смогут. Хавронин и Нарижный все-таки нет. Все-таки не вижу я в них вот какой-то такой искры, которая есть в других пар. И, возможно, еще все-таки пасечник Черезан попробуют, попробуют догнать, но не так я в них уверена, как в Кагановской-Некрасов. А Лиза с Егором? Лиза с Егором, возможно. Возможно, но Лизе с Егором, мне кажется, они не
так, чтобы сильно двигаются вперед. То есть другие пары, у них прогресс виден намного ярче, намного сильнее, mm-hmm. чем у mm-hmm. Лизы с Егором. Хотя Лиза с Егором тоже молодец, молодцы, мне очень понравились программы. И вчера, и сегодня очень запоминающиеся костюмы были вчера. Вот это прям, ну, мне кажется, все оценили костюмы. Ну, костюмы, это, костюмы в танцах на льду, это вообще один из основополагающих элементов. Ну, не только в танцах на льду, конечно. Еще у нас есть Соня Леонтьева с Даней Горелкиным. От них ты увидела прорыва, прогресса? Сегодня, да. Сегодня он сегодня был. У нас произвольный, мы записываем день произвольный. Да, сегодня он был. Соня с Даней, они прям стремительно двигаются вперед. По сравнению с прошлым сезоном. Прошлый сезон все-таки у них был больше таким адаптационным, угу. после юниорских стартов. В этом сезоне они прям... Ну, я надеюсь, что они зажгут, честно. Я надеюсь, я как бы болею за эту пару. Вот, хотя в танцах действительно у меня вот как бы глаза разбегаются периодически. Ну, поэтому да, у нас 11 пар, 3 разминки. Когда было у нас 3 разминки пар танцевальных на контрольных прокатах? 11 пар, и да. 11 танцевальных дуэтов и 7 пар. Их поставили пар. В конец, риск большой. Ну что ж, я вышел на улицу, у нас закончились контрольные прокаты, и самое время обсудить с болельщиками, которые здесь еще находятся у арены. Как вообще прошли контрольные прокаты? Расскажите, как вообще вам? Понравилось? А прокаты, прекрасные прокаты, просто абсолютно потрясающие. Все, кого я хотела посмотреть, сделали все, что я хотела посмотреть. Этот мир прекрасен и не мог стать лучше. Ну и фавориты, самые, кто больше всех впечатлил, кто самый-самый вау сегодня был? Самый вау — Наталья Хабибуллина и Илья Книжук, моя большая любовь. И, конечно же, некий Петр Гуменник в его прекрасном абсолютно костюме с его прекрасной прической. Да, Петр как раз у нас на барбере будет экономить в этом сезоне. Да, нет, честно, я тоже знаю места, где можно постричься, если очень не хочется тратить деньги. Ну, опять же, личный вкус человека — это личный вкус человека, мы его ни в коем случае не... Ну, красиво не вообще прям. Потрясающе, красиво, да. Как красиво. Его ух. Заметно, Петр идет и сразу... Разве что не просто Петр Гуменник идет. Петр Олегович. Петр Олегович Гуменник. Великолепный Петр Олегович Гуменник. Я не знаю, не могу больше придумать смешных слов. Вполне неплохо. Так, а из девушек были у тебя? Из девушек Соня Муравьева. Я абсолютно... Мое сердечко Соне Муравьевой. Мое сердечко с Ксюшечкой Синицыной. Угу. Вот, мои самые хорошие зайчики. Ну, расскажите, кто сегодня понравился? Очень понравились Александра Степанова и Иван Букин. Угу. У них очень мягкое, красивое катание. Давно за них болеем. Очень рады были их видеть. Угу. А из других видов есть любимчики? Петр Гуменник. Еще как его новые образы? Очень хорошо. Он во всех образах прекрасен. Прическа нравится его? Главное, чтобы ему нравилось. Слушайте, извините, а у вас вот форма сборная, скажите, вы занимаетесь, просто я вас не видел. Мы из команды «Парадис», синхронное фигурное катание. Вау, вау, все, «Парадис», я хочу про вас снять фильм. Надо. Да, как вы относитесь? Я давно хочу, просто не знаю, как. У вас как сейчас вообще с сезоном, соревнования? Вот... Пригласите зрителей вот поболеть за «Парадис». Приходите болеть за «Парадис». Первые соревнования у нас будут в Москве в конце ноября. А в этом году в Питере 1-4 марта будет проходить «Мавис» чемпионат России по синхронному фигурному катанию в юбилейном. Приходите, всех ждем. Ну да, целый юбилейный для синхронного катания, это очень круто, чтобы больше зрителей могли посмотреть на ваше выступление. А вот в Москве это что будет за турнир? Первый этап Кубка России. Ну и вы, конечно, всех выиграете, да? Мы будем делать для этого все. Скажите, пожалуйста, сколько вообще часов тренируетесь на льду? Насколько сложно вообще вот готовиться к соревнованиям? Вот недавно, месяц, август, были на сборах. Там было по 6 часов льда, плюс mm-hmm. зал и ОФП. А где сборы были? В Йошкар-Оле. Вау, ну 6 часов льда, это солидно, да. Классно вообще. А вы дружите вообще с фигуристами? С кем лучше всего общаетесь? Учусь в одном университете с Петром Гуменником. ИТМО, привет! Я тоже учусь. Супер, супер. Ну, успеха вам. Я, правда, очень хочу что-то сделать про синхронку. Вот, поэтому здесь еще увидимся. Это классно. Очень круто. Хотим, чтобы больше людей узнавали о синхронном фигурном катании, чтобы этот вид популяризировался. Почему нужно смотреть синхронное катание? Давайте, вот сейчас есть возможность пропиарить ваш вид. Потому что это очень красиво, это очень впечатляет. На льду целая команда, мы делаем все синхронно, мы делаем поддержки, тодесы, что-то из одиночного катания, что-то из парного, что-то из танцев. Мы делаем сложные элементы, это выглядит очень красиво и захватывающе. Это очень эффектно, и, мне кажется, это очень интересно смотреть, потому что девочки делают поддержки не менее
Ну, не менее... Мы делаем поддержки ничем не легче, чем пары. Тодесы у нас тоже есть. Все есть, прыжки. В общем, смотрите, команда Парадис. А парней у вас пока нету в команде? Планируете? У нас в команде нет парней. Хотели бы? Нет, ну я себя не предлагаю. У нас женский коллектив. Ну все, окей. Ну что ж, сейчас вообще максимальные эксперты у нас фигурного катания. Настя Матросова, которая вообще все знает про фигурку гораздо больше, чем я и чем Дмитрий, мы вместе взятые и умноженные на Влада Жукова. Ну и Дмитрий, ну потому что просто он, Дима Кузнецов, он повесил флаг Эйфелевой башни. Флаг Эйфелевой башни. Флаг России. Флаг России на Эйфелевой башне, вот. Я всегда это говорю теперь. Давай с него начнем, потому что он меньше разбирается. Вот. Скажи, пожалуйста, вот для тебя топ-3 события контрольных прокатов? О, слава богу, ты задал легкий вопрос, и я хоть что-то могу ответить. Топ-3 события. Чтобы выделиться и не говорить про Трусову, то скажу, что 5... Про Игнатову скажу. Извините меня за эти шутки, все, я больше не буду. Давай. Да, чтобы насолить, я скажу про Кондратюка. Про 5 четверных Кондратюка, потому что я, естественно, не посмотрел ни одной программы Марка. Но я слышал, что она... В принципе, очень... в жизни. Не, ну в жизни было что-то такое. Ну да, что-то было. Его же это Болеро. Да? Так вот, короче, не суть. Я зима. Марк выиграл в 2002 году. Да. Вот что-то там, да. Так, короче. Кстати, похоже на него. Ну все, мы сразу начали в кринж, блин. Короче говоря, но я чувствовал энергию, которая исходила даже вот прям сквозь стены юбилейного. Эти тонкие картонные стены, и прямо вот чувствовал, что очень всем понравилось, потому что все выходили, такие, вот, Марк, короче, Марк лидер мужского сезона, никакой не Дики Джи, не Стемененко, не Гуменник, он застолбил свое первое место за собой. Второе, мне очень понравился танец «Подкосил ясь Ганюшину» после 5 Элвисов Пресли, красавцы, Сергей Плишкин, я наконец узнал такого человека, оказывается, надо было знать его, в общем-то, он не первый раз уже удивляет, и, в общем, ему респект, он, не знаю, смотрит он YouTube, но... Есть подписчики из Беларуси. Вам понравилось? Если вам понравилось, то это очень здорово. Вот. Клево, что вот, это же песняры, правильно? Да. Песняры, вот музыка песняров. Мне тоже нравится эта песня, я в машине ее слушаю, честно говорю. Вот. Как сказал Максим Ставицкий, музыка из «Ну, погоди». Беловежская пуща, что же их? Да, наверное. Вот. Там много. Вот. Ну, не, ну я, короче, слушаю, это правда. Так, и еще? Третье. Ну, наверное, все равно, вот у меня, я могу, хочу поделиться вот таким ощущением каким-то внутри себя, что когда Игнатова Трусова заходила на четверной луц, я почувствовал вот эти вайбы 2020, 21, 22 года, что прям какое-то напряжение, что-то глобальное происходит. Но когда она упала с него, то как будто вот этот весь... нерв он упал, и мне кажется, что она... Ну, как-то я не знаю, по какой логике она должна вернуться. Если она вроде как должна была посмотреть на формы на контроле прокатах, то как бы все довольно логично. Но дай бог. Ну, слушай, вот мы как раз обсуждали с Марой каскад тройной Луц, Ойдер, тройной Сальхов. Да не, там ну, то есть, можно, ну, то есть, можно, но... Ну, это... Ну, хочется кто, ли ей самой этого? Кто ждал? Не, я к тому, что все-таки Трусова максималистка, и если она там выходить, то все-таки там не за третьи места еле бороться, там какими-то каскадами доезжать, а хреначить. Вот этого хреначивания как-то вот не видно пока. Но, ну, в любом случае, это событие. Четверной Луц, борьба с четверной Луц с Трусовой, вот так. Ну, хотелось бы, чтобы на соревнованиях поборолась. Конечно. Понятно. Ну, блин, да даже... Вот я не знаю, друзья, вот вы можете написать свое мнение. Многие говорят, что нужно уметь вовремя уходить. И в истории спорта, вот, например, Хабиб Нурмагомедов ушел, вот у него ноль... Ну, Саша Трусова можно сравнивать с такими великими спортсменами, на мой взгляд, Игнатову, да, Трусову. Хабиб ушел на пике, ноль поражений. Все его запомнили таким. Но были примеры, например, из тех же боев Федор Емельяненко, последние бои неудачные, но он все равно там уже там 40+ задолго все равно выходил, бился. Михаил Шумахер, он выигрывал долго. Так и нас сейчас Шумахер, да, вспомнишь. Ага. Да, и но все равно потом выходил, катался, тоже катался по кругу на машине. Ну, ездил. Да, очень похоже на фигурное катание Формулы-1, поэтому Анжела Блатцева смотрела. Да. Он там занимался 7-9 места, но вот я помню, просто я начал смотреть Формулу-1 на закате уже Шумахера, когда последние были такие старты его, и побед я мало увидел, вот как раз вот эти 7-9 места, но я так за него болел, мне так хотелось, чтобы эта легенда что-то еще завоевала, и когда он там доезжал на высокие места, там вот третий. Великий Гран-при Канады 2011 года, когда он на подиум приехал, да. Да, я так радовался. И мне кажется, вот даже если Саша будет чуть ниже, ну, в этом нет ничего плохого, потому что она уже сама по себе великая, понимаю, что там форма меняется, ну, будет очень классно. Я буду
болеть за нее, если она будет выступать дальше на соревнованиях. Вот три, ты сказал, две вещи. Теперь твои три. Мои три? Боже, я что-то... Ну вот программы, давай неочевидные. Ты много знаешь, давай не самые на поверхности. Нет, просто Дима сказал, в принципе, да, про Марка. Ну окей, я скажу про короткую, потому что Скриликс, не знаю, вас это как-то торкнуло, нет? Вы смотрели? Да, дорожка там, которая... Офигенно, честно, это очень необычно. Я когда, собственно, по-моему, тебе, Никита Михайлов, говорил по поводу того, что вот под такой стиль музыки еще никто не катался, ну вот он когда анонсировал программу. У нас на Бусти, подписывайтесь. Да. Ну мы сначала на Бусти, на видео это, а интервью выходит там спустя некоторое время, но на Бусти первый, в любом случае, вы это узнаете. И я, собственно, сначала я подумала, боже, неужели они возьмут какой-нибудь фонг, который сейчас прям популярный, ну, что-то такое необычное. Но они взяли, это же дабстеп? Дабстеп же? Ну Скриликс. Да. Да. Ну, прям такой яркий представитель. И, ну, я просто выпала. Я посмотрела, ну, вживую я успела посмотреть вторую часть программы, как раз где дорожка, все, где вот он в конце делает колесо, такое прям, причем такое пружинистое. Вот. И, честно, это такая большая... Ну, вот Марк такую большую энергетику в зал запустил, и потом же он вышел к нам совершенно такой довольный, радостный. И, блин, он сделал каскад 4-3 во второй половине короткой программы. Это редкость достаточно, но вроде как... Ну да, не 4-2, да, 4-3. Да, прям, вот. Ну, прям бомбанул. Это такая мелочь, конечно, но просто... Мелочь, а приятно. Глаза, да, уже и баллы другие были бы, если бы это были соревнования. Вот. Но я с Димой, конечно, не соглашусь, что Марк все теперь застолбил, лидер сезона, все. Просто потому что, чтобы не было такой ситуации, как в прошлом году, там, с Сашей Байковой и Димой Козловским, которые на прокатах выдали идеально, а потом у них пошли ошибки. Так нет, это просто как бы, это же такая, идет гонка. Вот. Ну, то есть после контрольных он лидер, а дальше посмотрим. Да, да, вот. Окей, на данный момент, да, я вообще не спорю, Марк, наверное, из мальчиков. Марк, второй момент, мои две прекрасные дюны, которые у меня в сердечке. Ну, это короткая программа, не знаю. Но эта дуэль, она нужна была нашему фигурному катанию. А вы подписались в итоге, да? Книгу подписали? Да. Кто в итоге какой маркер выбрал? Золотой. Петя выбрал золотой, но и Женя тоже золотой. А, ну понятно. Но там просто книга черная. Обложка. Ну, вообще, ты книгу Дюна дала подписать двум дюновцам. Да, да. Вот. Я сомневаюсь, что у меня получится собрать все дюны, потому что они в основном у нас зарубежные будут. Опять же, Лиза, потому что вы за меня сказала, что у Жени Дюна чуть более динамичная, а у Пети в ней очень много отсылок. Я писала статью про это, текст там, какие ты фильмы... разбираешься, да. Да, какие к фильму были отсылки, там, книги, все прочее. Вот, у них получилось по-разному, и очень будет классно посмотреть на эти программы на соревнованиях. Блин, надо прокат посмотреть. Я думаю, да, оба проката. Есть такая идея, надо прокат. Оба. Пете здоровье, лечиться, восстанавливаться к этапам гран-при, чтобы он был в технической обойме хорошо, чтобы все было. Вот. И что еще можно выделить? Ну, блин, ну, Сашу Байкову говорили с Димой Козловским? Ну, не так по объему. Честно? Ну, вот я просто успела... Костюм тебе понравился? Ну, это очень свежо, это очень необычно. Нет, вот премию за костюм точно они забирают, да, мне кажется. Да. Ну, за оба причем. Виртуальный приз. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, Александра. Что, опять же, я не смотрела все, но это прям вот из того, что я успела там подбежать, глянуть какие-то моменты. И вот в миксте мы близко видели, и, собственно, вот чешуя на шее, вот это все очень красиво. Вот. А кто их делал, кстати? Татьяна Волкова. Ага. Они все еще сотрудничают с петербургским дизайнером. И вот как этот клубить Билла, Саша, как сказала, что она все лето ездила в Питер на примерке. То есть они, ну вот как у них началось плодотворное сотрудничество, так они и, переехав в Москву, продолжают. И я не знаю, можно это как отдельный момент сказать? Вот, говори. К сожалению, у нас эти прокаты были как прокаты имени... «Возвращение Тыщика» на одном... Ну да, да, это я писала, да, же, да, материал, но что... Я не знаю, я за эти два дня так и не увидела, мне все казалось, ну не сказать, что это какой-то был идея фикс, чтобы у них было какое-то совместное фото, где они втроем. И я не наткнулась, чтобы кто-то там как-то поймал, что вдруг они... Вот это одно, это возможно? Это было бы очень красиво. Анастасия, вот. Это возможно было бы только в одном случае. Если бы первый канал сказал: так, девочки... Ну, и, ну, есть два человека, вот, которые могут это организовать. Их зовут Александр и Ольга.
вот, которые могут сказать: девочки, сейчас встречаемся, делаем фотку, и мы это все выкладываем красиво, оформляем, все радуются, что как бы вы снова вместе. Это можно было организовать, но, видимо, это не посчитали нужным сделать. Ну, окей. Но тем не менее... Это просто как бы мое личное... Ну, было бы прикольно. Но, видимо, недостаточно прикольно для... Ну, можешь сказать про организацию, что тебе не понравилось. Ну, вот про организацию, на самом деле, это касается даже не федерации, не фигурно-катательных. Вот, как я писала на своем канале, что у меня сегодня была проблема с тем, что меня не пустили с едой. Вот. И потом я поняла, что это как бы не только у меня такая проблема, что в первый день как бы все было нормально, а во второй день что-то как-то начали какие-то вот другие рекомендации спустили, люди начали торчать в очередях, и не все успели к началу. Вот. Ну, это такой вот момент. Я просто, я не знаю, с чем это связано, просто вот так что-то поменялось от одного дня к другому. Еще вот, Дима, ты писал про билеты. Ну да, то, что там не выпускали, я не знаю, кто-то пишет, что вроде как можно было, но я лично просто вот видел, как, наверное, десятки людей не выпускали, там, по-моему, это было между женщинами и мужчинами, в смысле, между, да, программами произвольными, что, типа, если выходишь, все, ты уходишь, ты больше не зайдешь. Ну, я понимаю, если это еще на футболе, там, в двухчасовом, хотя, мне кажется, ну, какая, ну, не знаю, у человека дела, там, вдруг он успеет туда-сюда. Ну, просто выйти и ключи там отдать кому-то, да. Не знаю, жена ключи забыла. Да, но... условно, но 6-часовом фигурном катании, где отбирают еще еду, невозможно. Ну, это, по-моему, надо что-то с этим делать. Если это администрация юбилейного, значит, надо в эту сторону двигаться. Если это Федерация фигурного катания так делает, то, мне кажется, это зря тоже. Вот как-то так. То есть, ну, как-то это все-таки специфический вид спорта. Друзья, давайте я вам пальчиком погружу. Еще про порядок видов. Если честно, это было очень неожиданно, потому что мы так с места в карьер сразу полетели. У нас в первый день первая была Александра Трусова. Трусова открыла сезон, да. Это уже и не отнимешь. Вот. И мы сразу... Теперь надо, чтобы закрыла. Да, да, я тоже об этом думал. Это шоу-программа. Шоу-программа, последний номер, да. Вот так, друзья. Добавлять что-то будем? Ничего. Спасибо всем, а я еще что-то, еще кое-что запишу, и тогда точно будем прощаться. Завершающая часть нашего влога, самая интересная, самая классная, потому что мы общаемся с талантливыми спортсменами Екатериной Мироновой, Евгением Устенко, которые уже... Здравствуйте, да. Мы до этого же не здоровались, мы вот только сейчас увиделись. Выжаты как лимон, ребята, но тем не менее, все равно согласились на это потрясающее интервью. Как у вас дела? Как ощущения после тяжелейшей рабочей недели? Вот так вот. Ну, примерно состояние скорости мысли, оно вот... Вот оно все, подтверждает, оно все показывает. На самом деле, был довольно-таки насыщенный, но короткий сбор в Новогорске. И после этого... Катать короткую было вообще супер-пупер, вообще классно, это было легко. А мне лично сегодня на произвольном было настроиться тяжелее, чем обычно. Скорее всего, это сказалось усталость, поэтому сегодня был, после сегодняшнего проката, прям вот... Дзен. Вот такое настроение, хочется поймать дзен. Да, лечь вот так вот, обнять себя в этой ванне пустой совершенно и поплакать на весь ночь. Поплакать, потому что... Не все получилось? Или поплакать от счастья? Да, потому что я от визов дурак сорвал. Ну ничего, это же только прокат. Ну, вас это... не сильно ругали за... Нас вообще никто не ругал. Нет? Ну все тогда. Сидеть больно. Нас не ругали, да. Просто давайте стоя запишем, как бы, или вот так вот. Ребят, а что, давайте тогда со сборов начнем. Новогорск, потому что, я так понимаю, это новая тема. Что было в Новогорске? Вы прям полноценно катали программы, потом разбирали. Как это происходило? Ну, на самом деле, это не в новинку. Угу, то есть это было? Это уже было. Угу. Это третий наш контрольный прокат, и все три контрольных проката, в которых мы присутствовали. И все, что было до этого, все было так, что мы выезжаем в Новогорск. 3-4 дня мы катаемся, показываем специалистам свои программы, свою презентацию, ну, слушаем их мнение, где надо что поправить. Приезжаем в точку дислокации, это либо, обычно это Мегаспорт был чаще всего, в этом году это Санкт-Петербург, юбилейный. Вот, приезжаем, показываем зрителям свои программы. Ну, я понял, сезон. Просто в этом году так это написали, что... Прям какие-то типа еще одни прокаты, да, и поэтому возникло... Ну, как, нет, может, какая-то странная, да, формулировка, все как-то вот, как всегда, все вот было по одному и тому же сценарию. Все ли удалось, что вы хотели? Вот какие-то цели себе ставили от ритм-танца, от произвольного? На сколько процентов, Екатерина? В целом, я думаю, что свой максимум на данный момент
мы сделали. Естественно, ошибки ошибками, но это реакция на стресс, очень плодотворную рабочую неделю. Ну, это такой тоже вызов своеобразный, но мы довольны. В целом я согласен со словами. Я думаю, что все в плюс. Это да. Но и плюс последний старт такой полноценный. Мы не смогли присутствовать в Магнитогорске, поскольку мы снялись из-за болезни по состоянию здоровья. Мы присутствовали последний раз, это было опять же в юбилейном, в начале марта на Кубке Первого канала. Это был последний публичный старт. После этого был большой перерыв, вот сегодня было начало сезона, поэтому все равно волнение, как бы мы ни хотели, взяло, вот чуть-чуть взяло какой-то возможный верх. Ну, тем не менее, соревнования уже впереди, как раз, я так понимаю, в Магнитогорске ваш следующий. Нет. Нет, все, интервью закончилось. Санкт-Петербург и Красноярск. Сначала Красноярск. Точно. А потом точно, я забыл. Я на нем все уже. Вот я так устал. Вот так да, вот, друзья, Константин не подготовился к интервью. Вот. Но какие-то промежуточные планируются выступления? Панин, Коломенкин. Ну вот мы сейчас планируем свой график. Он будет варьироваться от состояния и от работы над ошибками, грубо говоря. Нам нужно исправить все, что нам сказали технические специалисты. Поэтому, мы в любом случае будем стараться сделать все максимально быстро. А в целом, в вашу программу, у вас все равно яркие, необычные программы. Как специалисты их восприняли? Много ли нужно дорабатывать, переделывать? Не было такого, что сказали вот это все. Говно. Можно такое? Да, да, конечно. Если что, запикайте, пожалуйста. Да, конечно. Все вообще плохо, вам надо все менять, такого не было. То есть, как бы мы услышали оценку специалистов, в целом положительно. Просто, естественно, есть моменты, которые нужно подладить, нужно ввести их в абсолют вообще в такой, чтобы у всех вот такая челюсть была. Но поскольку это начало сезона, все еще сломанная, делают как бы видимо. Сломанная челюсть. Да. Ну, на крайняк просто сломайте челюсть, если кто не будет. Пламя все, да. Вышибалы наймем, чтобы они всем челюсть сломали. В целом, положительные отзывы, просто это начало сезона, и с этим тоже делается скидка, что как бы все входят в начало сезона, и пик формы еще не достигнут. То, чтобы тренировались в России и в группе выиграешь пикбенда. Какое-то есть? С одной стороны, мы узнали очень много чего нового. А с другой, вот я так анализирую, как будто бы не узнали в одной простой вещи. Как бы это странно ни звучало, одна простая вещь. Игорь сказал нам многие вещи, те, которые мы слышали, просто под другим ракурсом, под другим соусом, под другой формулировкой. И за счет этого в голове что-то стреляет, и ты воспринимаешь эту информацию по-другому. Хотя по факту, вот анализируя поиск, я понимаю, так, это мы знаем, это мы знали, это мы делали. Но просто он чуть-чуть в другой форме, чуть в другом окрасе и так далее и тому подобное, он это описал, и получилось так, что как бы это вот как-то вот, я говорю, что-то внутри щелкнуло, как бы по-другому заставило. Нашел, да, вот этот вот другой угол. Вот он, он не зря один из лучших специалистов вообще в мире. С ним очень было приятно работать, что как бы, несмотря на то, что у нас могло не все получаться, он спокойно готов объяснить 20-30, условно говоря, да, как бы. Он очень спокойно к этому относится и всегда помогает. Если он понимает, что вот этим языком не подходит для тебя, он начинает объяснять другим. То есть, как бы он всегда... Английским, да. Он начнет как бы к тебе искать подход. То есть, он как бы в этом плане очень, очень классный человек. И огромное ему спасибо за то, что он нас принял. И как бы мы с ним успели, хоть и может быть короткое время, но поработать. Я предлагаю, у нас самые главные люди во всем фигурном катании, это, конечно же, болельщики. Судьи, конечно, тоже, но болельщики. Болельщики тоже. И, конечно же, вызвало ажиотаж информация, что я беру у вас интервью. И самые интересные вопросы я, с вашего позволения, зачитаю. Давай. Потому что как раз, чтобы вы ответили то, что интересует людей. Я считаю, это правильнее всего. Давай. Вот будут ли на Панина Коломенко, вы уже ответили. Стефка пишет. Какие планы на сезон? Так вот, если сформулировать тезисно. Показать программы. То есть показать, а не там выигрывать. То есть вы ставите, исходите из катания. Всегда, в первую очередь, нужно себя красиво презентовать. А уже получишь ты за это медаль или не получишь, это всегда очень много факторов, которые на это влияют. Самое главное – это красиво себя презентовать и показать, что вот мы не зря находимся там, где мы находимся, и это можно показать. Верно? Сейчас вопрос, на который Катя ответит. Интересно создание костюма Кати для произвольного танца. Очень красивый.
пишет Алиса Ялымова. Процесс создания, ну не я его делала, а делали наши костюмеры и швея, Света Смолка и Василий Харитонов рисовал костюм. Но, во-первых, это настоящий корсет с настоящими костями. Он достаточно сильно стягивает, и дышать в нем непросто, но возможно. Делали мы его долго, и можно так сказать, да, потому что хотелось передать тот образ, который мы несем всю программу, и подчеркнуть музыку, наверное, еще. Потому что все-таки это не классическая тема, а немножечко такая гротескная и вычурная. Вот. И костюмы пытались сделать соответствующие. Ну, то есть много усилий вложено. Да, да, и вышивка там ручная. Да, и... это все делалось долго, кропотливо, да. Но я думаю... Один из самых тяжелых костюмов, я думаю. Мне очень нравятся еще эти костюмы тем, что у нас музыка все-таки не классическая. А, на мой взгляд, вот всегда я, когда ее слышу, меня если кто-то спрашивает, что пошло вы катаете, я говорю, у нас... До меня в голове это определенный артхаус. Ну, на самом друзья, деле. Друзья, напишите, согласны ли вы я стараюсь, с этим определением? Я буду стараться во время сезона на каждом старте, на каждом прокате добавлять какой-то артхаусности, потому что для меня эта история выглядит вот под таким ключом. Угу. Нужно немножко с придыханием и как Рената Литвинова, Жень, начать. Это конечно, артхаус. Это потрясающе. Это артхаус. Слушай, мы так еще сидим в таком, знаешь, на диване. Так, ну, у нас вообще таком такая месте, атмосфера. Красиво. Да, вообще. У меня здесь, я записывал интервью здесь, вот прям, ну, правда, за соседним столиком, с Марком Кондратюком, когда он выиграл чемпионат России предолимпийский и отобрался на Евро и Олимпиаду. Мы вот здесь сидели и пили кофе. Прям вот на этом самом месте. Я вас видел даже, по-моему. Да ладно. Вот так. Это легендарное место. И борщ здесь стоит 700 рублей, офигеть. Но это того стоило. Ну, кстати, вкусно. Да, нормально. Я поел там на обеде. Да. Вкусно. Передайте им, что они самые офигенные, пишет Дарья. Спасибо большое, Дарья. Алина пишет, с кем лучше всех общаются из фигуристов? Матвей Ветлугин. Я с Женей лучше всех общаюсь. Ну, логично, что мы друг с другом лучше всего да общаемся. Точно, вы общаетесь, да, друг с другом? Ну, на тренировку. Привет, Алиса. Ксения Светгена спрашивает, как ребята съездили в Америку и что за история с чемоданом? Мой чемодан не прилетел. В Россию или в Америку? В Россию. Мой чемодан со всеми вещами, которые... Эмигрировал. Да. Я остаюсь, как брат. Он где-то, как Сухоруков. Он где-то остался. Либо он остался на просторах Соединенных Штатов Америки, либо он остался в аэропорту Стамбула в Турции. Угу. История умалчивает, поскольку прошло уже почти 2 месяца, и никто мне не дает четкого ответа. Где же мой чемодан находится? Серьезно, так и не нашли? Да, мне предложили компенсацию, но эта компенсация пока что еще раз в стадии обсуждения уже 30 дней, потому что то, что мне предложили изначально, сильно меньше того, что я потратил. Скажи, пожалуйста, что было в чемодане? Там что... были все мои вещи. Коньки? Нет, коньки мои прилетели вместе со мной. Вся моя спортивная одежда прилетела со мной. В ручной кладе? Нет, во втором чемодане. А-а-а. Первый чемодан со всей одеждой, которую я привез с собой, которую я купил там, которую мне там или подарили, или что-то еще, все осталось в том захолустном чемодане. Вся обувь, вся одежда, все. Даже панамка. Я купил себе такую панаму классную в детройтском зоопарке вместе с кепкой. Кепка мне прилетела, а шляпа осталась там. И вешалки там. И остались. Сколько тебе предложили за все это? Скажи, открой нам, Таня. $750. Ну да, что-то маловато. Я думаю, мы будем потихонечку заканчивать интервью. Это был хороший влог. Много всего у нас было здесь отснято, увидено. Вот, уже время... Практически 12 ночи, все устали, но тем не менее ребята нашли себе силы пообщаться со мной, с вами, дорогие зрители. Поэтому остаемся на связи. Все, всем хорошего настроения. Болеем за пару Миронова-Устенко. Надеюсь, что они в этом сезоне будут выигрывать медали. Успеха вам. Аминь. Аминь. Да, и друзья, на этом влог заканчивается. На самом деле, это последнее, что я ему хотел снять и рассказать. На таком красивом моменте. Все, пишите комментарии, любите фигурное катание, подписывайтесь на все наши платформы, на все наши каналы, на всех наших платформах. Все, целую, обнимаю.